Это светлое будущее, сэр. Нет, это Ельцин. Совсем недавно мы с помощью палок избили атлантов, все как завещал Солженицын. А сегодня мы сделаем невозможное, попробуем покинуть Омск, а также построим коммунизм. Как видите, союз у нас есть, но он болен монархами, увидев нашу армию, можно раху. Ах, для перемен нужно событие. Мы потратили на твои пироженные годовой бюджет, что будем делать? Отдыхать. От элиты избавились, теперь можно строить коммунизм. Надежды больше нету. Мы обрял саблин. Этот добряк спас население от регента, отправив всех в армию. Но этого мало, нам нужна помощь. Только сегодня вступи к нам и получи мороженку. Что ж, наши союзники прислали нам открытку, а мы получили новых одаренных генералов. Хотя у нас все руководство одаренное. Как видите, вся Эквестрия погрязла в капиталистической заразе. Вся страна должна быть раскулачена. Дело сделано, но на юге остались не демократы с нефтью. Благодаря силе дружбы и оружию удалось объединить страну. Но как построить коммунизм? Мы сделали это, теперь у власти настоящие патриоты. Любят детей. У каждого жителя есть трамвайчик и щетка. А во время выгулки собак успевают построить танк. Ну ты видел? Осталось только показать эту красоту соседям. Вот так на континенте наступил мир, и был создан Великий Советский Союз, который простоит веками. Заяц, ты что творишь? Мне не нужны советы.